выставку «Альбом путешественника» можно также назвать «В мире животных». Здесь на картинах изображены братья наши меньшие, как говорится, от самых малых до больших и великих. Работы Ирины Маковеевой – это особый мир. Они полны пластики, выразительности и трогательных моментов. Картины с изображением представителей фауны не могут оставить равнодушными зрителей. На открытии выставки «Альбом путешественника» Ирина Петровна не просто показывала свои картины, но и общалась с гостями галереи в неформальной обстановке. В окружении ребят, учеников художественных школ округа, она и сама окажется в душе ребенок с открытым взглядом. Художница искренне изумляется многообразию этого мира и, конечно, своими моделями – животными. Свою любовь к изображению братьев наших меньших Ирина обнаружила еще в период учебы. У меня был педагог, который сам художник-анималист. Вот старик старой выучки, классик Кокунов Михаил Максимович. Есть книжка, но здесь я привезла на выставке «Старта». И он во мне вот что-то увидел. Я, конечно, про себя этого не знала. Вот роль учителя. Он увидел, что как-то у меня взгляд так вот вылавливает движение. Вот это самое главное. Я вижу подробности, детали, но и общее движение, и характер. Вдохновение Ирина Маковеева нашла в природе и считает, что современному человеку это особенно необходимо. Птица полетела, деревья шумят. Все нам необычно, потому что мы городские люди. И, к сожалению, вот сейчас так сложилось, что уже четвертое поколение городских людей выросло, которые практически не были на природе. И это проблема. Нет контакта с живой природой, нет впечатлений. И от этого мы все сердитые, хмурые, несчастные, потому что природа нам дает силы. Выставка будет полезна юным художникам. Работы выполнены в разных техниках – графика, карандашный рисунок, акварель. Уникальность работы Ирины Маковеевой в том, что практически все они выполнены с натуры. Художник много путешествует, география поездок и творческих экспедиций огромна. На выставке представлен творческий отчет о работе в экзотических странах. Есть пластика, есть движение животного. Чтобы знать движение животного, нужно очень быть внимательным. Можно быть внимательным, но не обладать мастерством. Чтобы обладать мастерством, нужно знать, понимать анатомию. Вот представляете, вот Ирина Петровна от клопа до слона. Увидеть работы художника-анималиста в Щелковской художественной галерее можно до 13 октября. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.